Они пришли к власти на волне погромов 7 апреля. 10 лет они разрушают нашу страну. 10 лет хаоса, беззакония, воровства, коррупции. За 10 лет Молдова стала захваченным государством, которым управляет мафия. Кража миллиарда, тотальная нищета, массовое бегство людей – главные итоги их правления. Пора сказать «нет» бандитам во власти. Пора выбирать будущее. Коммунисты во власти, порядок в стране.